Привет-привет! Как ваши делишки? Ой, извиняюсь. Как ваши детишки? Все хорошо у вас? Так, все нормально, я думаю. Ну что, как вы у меня поживаете? Все падает у меня здесь. Что-то хочет упасть. Мирабала таки пчелырым, насылсыныз и имысыныз. Бүгін бізді бөлі, у нас сегодня вот такое. Ассорти я заказывала. Хочу попробовать вместе с вами. Ну, такие кусочки. По одному кусочку на пробу заказала. Джамбульский есть, сникерс. Так, фундук соленый. Хыры фундук, не знаю, что такое. Ты красный, в общем, хыры фундук не соленый, аткен чай, каймак, ТТ коричневый. Вот. Наверное, будем пробовать вместе с вами. Мировалар таки пчелырым текрар салям верюрум сезе. Бөлі бе ассорти вар бэнде. Гестерюрум. Шуларны бакмак истерюрум тады насыл меши дия. Bir taneden sadece sipariş verdim. Bir bakalım tadını. İyi olsa tekrar sipariş verebilirim. Hi my dear, how are you? Tasting assorti. Вот. Ну, попробуем. Они столько лежат, и я так хотела их попробовать, и как-то вот не решалась. Ну, хочу теперь попробовать вместе с вами. Вот так, наверное, да? Джамбульский давайте попробуем. Тот самый вкус. Я когда-то говорила вам, может быть, я думаю, говорила. Вначале, когда мне еще было лет 17, я была беременна на первую дочку, и я покупала мел и ела портновский. Точно такой вкус. Вкус один в один. Прям как каймак. И вот этот вкус подслащенный, вкусный. Вкусный. Мне нравится. Джамбульский нутады. Каймахби. Вкусный. Джамбульский. Яме. Бана 17 яш олынже, бен хамилейдім. О заман башладым емея. О заманда бен бе тебешири йодым. Тады онына бензио. Так. Попробуем сникерс. Жесть. Ну, а ты сникерс? И тебе надо. Не мое. Может, кому-то понравится. Оставим. Также пусть лежит. Так. Фундук соленый. А где фундук тузлу?
такой запах, вы знаете. Вот старое что-то. Слегка солоноват. Тузычок аз. Вкус. Не могу вспомнить этот вкус. Но когда-то, это было так давно, в далеком детстве. Вкус старых орешков, залежавшие, иногда бывает, так раз положишь в ротик, да? И такой вкус беспонтовый. Вот, как залежавшие орешки. Пробовала я такое, когда в гости ходишь, бывает. Я, конечно, так описываю, наверное, как профессионал. Ха-ха, с конца начинаю. Ты красный, что такое, ты не знаю. Попробуем. Помягче, конечно, рыхлый. Те были как стандартные, нормальные. Залипает. Я пшью. Хэм да юмшак. Ну, вообще вкуса не почувствовала. Ну, такое немножко как сметанка. Так, этот фундук не соленый. Тузлы дейльмиш, ады фундук. Такое ощущение, что это глиномело. Сейчас, секунду, шумят. Продолжим. Сказала, чтобы не шуметь. Тоже сливочный. Привкуса такого нету, но глиномел. Так, попробуем каймак. Также залипает. Блин, намел это. Вкус каймака. Каймак тебе. Бунлар карышек. Тебе шербрек кил. О, блин. Все жирненькие. Шумят, как всегда, извиняюсь. Это называется Айткен чай. Попробуем.
ручки отключаем. Если видно. О, видно. Но этот мел на отключай не похож. Арсен чай у нас, это традиционный уйгурский чай, который называется Аркан чай. Там есть заварка, соль и молоко. Аркан чай чуром, уйгур тюркленники чай, уйгурлана яна. Хэм туз вар, хэм чай вар. Hem süt var. Biz onu çok seviyoruz. Так, ну и последний попробуем с вами. Вот так вот. Коричневый. Рассыпается, залипает. Сливочный. Вкус не знаю. Если честно, на вкус все почти одинаковые. Угу. Очень маленькая разница. Между ними все глиномелы, все залипают практически. Единственный мне понравился джамбульский. Единственный. Остальные все. Так себе. Вот. Спасибо вам. Эн биандым шуан джамбульский. En güzelinin güzeli. Kalanlar böyle. Спасибо за просмотр. Я загружаю там одно видео, уже полдня прошло, до сих пор загружается и так еще и не загрузилось. Вроде бы. Это когда загрузится, Аллах знает. Вот. Teşekkür ederim takipçilerim. Seviyorum, öpüyorum. Özledim Türkiye'ni o kadar ya. Buraya gelip beni alsanız ne olur ya. Gidemiyorum şu an. İşlerim var burada. Thank you my dear. I love you. Marokko, İran, Irak, Pakistan, India. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Ош. Всех люблю. Всех. Кашмир. Hello. I love you. Love in Kashmir. Cinema. Всех люблю, целую. Спасибо, девочки, мальчики. Всем здоровья желаю. Вот такая чумазая. Ой, извините.